Святая Матрона Московская – это одна из любимейших российских, русских святых, к которым мы обращаемся за помощью и никогда не остаемся неуслышанными. Благодаря Матронушке, Матронушка очень многих людей приводит и в церковь, и в храм, и в частности в Покровский монастырь. Есть люди, которые в Москву специально едут для того, чтобы попасть к мощам Матроны, потому что действительно ее по молитве к ней, о заступничестве, о помощи, с просьбой о молитве ко Господу Матронушкиной, да, происходит очень много замечательных явлений в жизни людей. Люди исцеляются, люди приходят к вере, люди возвращаются в семьи, да, дети выздоравливают. Ну, много чудес за Матроной есть.